Вышел я из поезда Аэроэкспресс на платформу. Доехал я на этом поезде благополучно, без происшествий. И сейчас уже на выходе заплачу 500 за проезд от Павелецкого вокзала до аэропорта, выход в аэропорт. Уже вечереет, солнышко садится над Москвой. Время сейчас у нас получается без 15:05, без четверти 5 вечера. У меня еще времени вполне достаточно, с запасом. Сейчас просто спокойно на местности, на данной локации аэропорта сориентируюсь. И все пучком. Спокойненько все дела сделаем. Там регистрация, таможня, шмон этот. Конечно, там нужно вещи выкладывать. В общем, пойдемте в аэропорт. 5 часов. Еще, конечно, рановато.